Всем привет! Ну что, успели наесться блинами и подготовиться к проводам зимы? Только вот, судя по погоде, весна к нам не спешит. А подробнее расскажу вам я, Валерия. В пятницу 4 марта утром температура воздуха составит плюс 5 градусов, а вечером столбики термометров покажут плюс 1. Пасмурно, возможен слабый дождь. В субботу 5 марта утром температура воздуха составит 0 градусов, а к вечеру опустится до минус 1. Пасмурно, осадков не ожидается. В воскресенье 6 марта утром температура воздуха составит минус 1 градус, а вечером будет минус 2. Пасмурно, преимущественно без осадков. Хочешь, чтобы о твоем бизнесе узнал весь Волгодонск? Такая возможность есть. Блокнот-справочник тебе в этом поможет. Интересно? Тогда звони по номеру, указанному в тексте. Всем хороших выходных! Будьте в курсе новостей при любой погоде!